Так, вже покидаємо тут каюту. Її відкрити можна стояти. Йдемо далі. Знаходимося на паромі. Так, куди нам йти? Вроді прямо нам треба. Здесь разные, кстати, есть двойные, 4 номера, точнее 4 места, 2 места. Вот есть также люкс номера, там вообще такие апартаменты, но они правда и стоят так нормально. Так, если так на первый взгляд, то солнышко светит у нас, что очень даже интересно. Так, пойдем пешком. Тут еще кто-то еще не вышел, как и мы. Погода такая вроде хорошая. Спасибо. О, слушай, какая здесь погода классная, а? Да? В Стокгольме тысячу раз лучше, чем в Таллине погода. По крайней мере, вчера и сегодня. Здесь вообще не жарко. Ой, не жарко, говорю, не холодно. Ну, уже с утра. Ага. Нормально. Таллину приехал, здесь был. Слово плюс 10 не существует вообще. Если 10, это уже значит, это уже какой-то подозрительный плюс. Это не тот плюс, который должен быть. Вообще надо было ставить температуру с нуля, который идет, разметка. С разметка должна была идти от сейчас, где начинается плюс 10. Потому что, ну, что это такое? Плюс 10, выходишь, а такой дубничок. Вот сейчас нормально, отличная погода. То есть по современному, по нашему, скажем так, этому календарю или разметке, сейчас было бы сейчас плюс 6. Зато тепло, приятно. А когда плюс 10, абсолютно не тепло и неприятно. Может, для моржей, конечно, приятно, которые любят в ледяной воде купаться. Но у меня вчера руки мерзли, и не только руки. Так, вот наш. Все огромные, конечно, паром. Это не такие малюсики, как были на Канарских островах. Такие огромные машины у нас. А? Ага, заехал. Есть, конечно, побольше паромы, потому что это такой средний, это не мой небольшой среднячок, скажем так. Ну, тоже нормально. Вот Silja Line. Вот этот Silja Line, мы когда ездили, помнишь, в этот, в Финляндию, куда мы ездили? Вот это мы на Silja Line ездили, помнишь? Или это Таллинге тоже. Ну, когда мы на день рождения мы ездили в Финляндию. В прошлом году, когда мы ездили по парому. Филипп, куда мы ездили? Финляндия, Норвегия была. Финляндия это была. Ну, не выходили, да. Паром какой был? Не Silja Line? Нет? Ну, мы отсюда ездили или не отсюда? С этого места? Ну, значит, это, наверное, он и был, скорее всего, вот этот.
Хотя кто его знает? Может кто-то. А вон, видишь, они тоже прибыли, только с другой стороны. О, полиция стоит. Здесь же не должны проверять, это же еврозона как бы идет. А, они товар проверяют, да. Они часто проверяют эстонских этих перебежчиков, скажем так, в плане перебежчиков разных товаров перевоза, сигарет и таких вещей. А паспорта они не проверяют, да? Да, да, да. Ну да, да, или водку везешь, или сигареты везешь, да. Что случилось? Штучку вставлять не надо. А все, нет проверки. Так, друзья, вот такой вот вокзал, паром. У нас тут... Так, куда нам идти-то? Вон туда нам, кажется, на выход. А смотри, у них мини-аптека, видишь, какая? Автомат аптечный. То есть подходишь, лекарства можно вот так купить. Вообще сила. Вот тебе бизнес какой. Вообще сильнейший просто бизнес. Поставил такие автоматы. И все. Вот так, друзья. Мотайте, как говорится, на ус. Кто хочет открыть свое дело, вот вам дела. О, русскоговорящие у нас. И вот он, Стокгольм, да, вообще по кайфу погода. В этой Эстонии такая холодень была. Я думал, вообще в Атлантический какой-то, вот в Антарктику попали. Бана. Это у нас метро. Тоннель Бана. Смотрите, как затариваются на пароме. Это потому, что там это tax-free зона, и вот этот алкоголь стоит дешевле, поэтому все шведы, норвеги, в общем, скандинавы все на этих паромах закупаются плотно алкоголем. Потому что алкоголь у них дорогой. Вот такие вот вещи. Так, друзья, буду выключаться. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.